Здесь важна сама атмосфера, то есть побывать на большом крупном турнире, я вот на примере себя, да, могу сказать, потому что я вот ездил в 2014 году в Киев на StarLadder 10 сезона, да, и то, что я ощутил, какие эмоции, какое напряжение, поддерживание зала, ну, профессиональных команд, это прям, ну, просто вау.